Приветствую вас. Вы знаете, я, честно говоря, не очень понял ваше окончание вашего текста, я не очень понял, если честно. То есть я не очень понял, что вы написали в конце своего текста. Вот, давайте сейчас зачитаю конец, а потом перейду к началу. Значит, так, читаю наши переписки в соцсетях, иногда думаю о ней, но все забывается. Что именно все забывается? Мы раньше не общались, были вместе тайком от всех. Это раньше когда, тайком от кого? Проходило 1-2, что проходило 1-2, и все опять сначала, что опять сначала, Владислав? Непонятно. Непонятно. В этот момент вам надо как-то прояснить. Ну вы сами прочитайте, вы увидите, что никакого смысла тут нет. То есть как бы, можно, конечно, догадываться, да, но догадываться не хотелось бы. Хотелось бы все-таки, чтобы вы как-то вот описали этот момент, потому что это важно, в первую очередь для вас. Дальше идем. Значит, вы пишете, я давно расстался с девушкой и встречаюсь теперь с другой, но та, с которой я расстался, она никак не уходит мне из головы. Значит, ну это история о том, что вы не завершили свои отношения с той, которая рассталась. То есть у вас по-прежнему с ней есть незавершенность в отношениях. Вот. Возможно, еще какие-то мысли, какие-то вот переживания на этот счет у вас имеются. Возможно, что-то еще есть. Ну, такого типа, да. Вот. И, соответственно, ну, наверное, нужно в первую очередь поисследовать вот этот момент, да, в первую очередь нужно поисследовать эту историю о том, собственно говоря, как у вас отношения, да, не завершились, то есть, ну, почему они у вас не завершились, например, эти отношения, вот. И, собственно, можно будет уже после этого смотреть. Что конкретно у вас не завершилось. Вот. В отношениях, что конкретно не завершилось. Вот, и можно будет уже этот момент с вами, наверное, поисследовать, посмотреть, как и что вообще происходит, да? То есть, что вообще сейчас у вас, почему у вас так, например, да? То есть, вот. Почему именно так у вас, вот. Опять же, что я хочу сказать, да, что все возможно, да, то есть, возможно, значит, все разобрать, возможно, все рассмотреть, возможно, все проанализировать, возможно, вам даже отношения вернуть с девушкой той. Вот. Все это, в принципе, более чем реально, да? Вот. Вопрос заключается на самом деле немножко в другом, да, вопрос заключается в том, хотите ли вы
этого? Готовы ли вы к этому? Вот. И чего вы вообще хотите? Вот. Потому что, ну, еще раз повторяю, да, я не очень понимаю, о чем идет речь. Если честно, вот. Я не очень понимаю, что вы хотите, если честно, опять-таки, вот. И мне кажется, что начинать нужно с этого, начинать нужно именно с этого, вот, с того, что вам нужно, с того, чего вы желаете, с того, чего вы хотите, вот. И так далее. Потому что иначе мы с вами просто-напросто, ну, далеко не уедем. Тогда. Просто. Вот. То есть я хочу, чтобы вы это поняли для себя. Вот. Завершить отношения, возможно, завершить отношения, например, с помощью гештальт-подхода, гештальт-терапии, вот, это все возможно сделать, вполне было бы на это у вас желание, ваше желание, ваша потребность. Вот. Вот так. Остальное, как я уже сказал, нужно выяснять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обратите, пожалуйста, свое внимание на то, в каком контексте вы думаете о девушке бывшей. Именно контекст меня интересует, именно контекст, потому что вы ориентированы на нее, или вы ориентированы на себя. Если вы ориентированы на нее, то это одно дело, да, вы хотите, да, к примеру, допустим, ее, вы хотите ей, точнее ей вы хотите счастье. К примеру, вы хотите, чтобы у нее, к примеру, опять же, все было хорошо. Вот, и тогда это одно. Если вы ориентированы на себя, то есть вам чего-то не хватает, вам что-то нужно, то это другое. Совсем другая история. Совсем. И ориентироваться нужно на это другое. На то, что нужно вам, на то, именно чего хотите вы. Вот. Вот так. Я думаю, можно вам ответить. На этом все. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, обращайтесь, помогу. Всего самого доброго и удачи.